Пошло от М5, они движутся не по федеральной трассе, а по нашей, по Солдатской Ташлечи, Кузоватовский район. Также напряженная ситуация у нас и по Инзовской трассе, Инзы. Так что будем отслеживать, очень надеемся на помощь ГИБДД, чтобы они нам помогли, и в том числе с руководителями муниципальных образований, вылавливать этих нарушителей.